В этой серии вы увидите, как развивались отношения кота Хосе и резеншнауцера Тимофея. Кот Хосе еще малыш, но и резеншнауцер подросток. Он отчаянно хочет играть с котенком, но не меньше он хочет съесть его еду, а еще больше он хочет съесть его игрушки. В следующих сериях вы увидите подростка Хосе и возмужавшего Тимошу.